Приветствую всех на канале. В этом видео врач-сосудистый хирург дал неутешительный прогноз относительно здоровья Романа Костомарова. Итак, казалось, что после появления хороших новостей о здоровье олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, ситуация налаживается и можно выдыхать. Напомню, ранее стало известно, что олимпийский чемпион после 2 недель в реанимации в состоянии искусственной комы пришел в себя. Сам Роман пока не разговаривает, но общается мимикой и иногда даже жестами. Все коллеги Романа с облегчением скинули руки и обрадовались тому факту, что их многочисленные молитвы были услышаны. Безусловно, это еще не хэппи-энд. Но общественность не думала, что все будет настолько серьезно. Как известно, здоровьем Романа Костомарова занимаются лучшие врачи, а его состояние на контроле у самого министра здравоохранения. По информации из открытых источников, Михаил Мурашко лично навещал олимпийского чемпиона. А ведь как иначе? Партнерша Романа и давняя подруга Татьяна Навка подключила всех, кого можно. Но, похоже, несмотря на такое щепетильное отношение, все-таки есть место врачебным ошибкам. Иначе, как назвать информацию о том, что Роману Костомарову предстоит операция? К сожалению, пришла горестная новость. Уже точно известно, что Роману Костомарову ампутируют пальцы ног. За руки врачи еще борются. О причинах сложившейся ситуации высказался сердечно-сосудистый хирург, полковник медицинской службы в отставке Владимир Хорошев. Он считает, что в организм Романа все-таки попал коронавирус, но течение болезни было незаметным. Однако его итогом стал микротромбоз. А страдают при этом в первую очередь мягкие ткани, в частности сначала стопы, потом ноги, затем пальцы рук. Тромбоз, как пояснил врач, развивается так, цитата. «Возникает отек внутреннего слоя, которым выстланы сосуды. За счет отека уменьшается просвет для кровотока и увеличивается процесс тромбообразования». Общий вывод печален. По мнению Владимира Хорошева, Роману Костомарову своевременно не оказали должную помощь, поэтому и началось отмирание конечностей. Никто не застрахован от подобного, но нужно, чтобы таких больных обязательно осматривал врач-кардиолог. Мы желаем сил, здоровья Роману Костомарову и всем его близким.